Парикмахер ТВ. Лайфхаки от Анастасии Ятковой. Уверен, серия этих видео сделает вашу работу качественной. Давайте. Помните, на прошлом уроке мы учились создавать очень красивые элегантные линии на затылке. Сегодня я вам покажу, как сделать очень легкие линии у лица. Большинство клиентов любят легкость и приподнятость волос у краевой линии лица. Сегодня я покажу, как это сделать с помощью простых шпилек. Для того, чтобы создать легкость, мне понадобится шпилька, которую я изгибаю вот такой дугой и вставляю в прядь. Вставляю дужкой вовнутрь. И вот так вот изгибаю. Теперь у меня есть возможность двигать прядку и поднимать ее выше или ниже, делать ее более воздушной и легкой. Аналогичным образом я поступаю со всеми прядями. Именно благодаря изогнутой форме шпильки мы можем придать нашим волосам воздушность. Очень мягко изгибайте вашу шпильку. И я уверена, что именно этот маленький секрет поможет вам создавать воздушные легкие прически. Парикмахер ТВ.